будет. Чё, я на втором ангаре поиграю, дальнобой. Играем? Давай. Взял турчик. Это дальнобойный у тебя, да? Ну там только один быстрый у меня. Все остальные. Две фуры и два спектра. Вроде бы так у меня. Я парня тусую на центр. А, можно их домашний попробовать забрать, кстати. Да, думаю, мы их порвем. Как нифиг делать. Ах ты, сумка, застанил меня. Вот собака. Не отдаю им ангар, короче. Ой, маяк. Так, маяк забираем, сейчас можете респаться. Бля, у них все забрали, и домашний, и все. Я пошел на их недальний, чтобы побыстрее с ними покончить. Бля, я на первом боте. О, появляются на своем одном. Ну. А у меня инвиз еще 10 секунд ждать. Да я шоками постреляю, я по ним соскучился. Я тоже шоки поставил, играл в рандоме. Такое удовольствие. Ничего не делаешь, вся команда за тебя работает, а ты прыгнул, стрельнул. Наслаждение получил. Так хоть посушить, ну хоть что-то заработаем, блядь. То сейчас перебьем их все на респе. Ура вышла. Драгунцовая, как у меня. Ну давайте, меритесь фурами. О, нифига воин. Фура. Вместе с воином мы ее сожгли за два выстрела. Ох ты, спектр хочет нам кондюлей дать. Хэ, постреляю. Пусть пар выпустит, да? Мне все равно ничего не сделает. Может быть 20% не снимет. На наш дом, что ли, пошли? Да, они вообще почувствовали силу, наверное. Все. Утихомирили их. Заберут меня сейчас. Лицензия еще выходит не хочет. Блин, зря дальние забрали. Драгунам и так хорошо по ним работать. Так и что там осталось, может, пару роботов? Ну вот один же у них, все. Как раз и кончили его. Что на него смотреть мучить? Да, может, всякие. Так, дальний забрать мне или мне бежать на центр? Давай я на центр уже наметил путь. Это суки, что ли? Давай я первый на центр. А дальний тогда кто? Я на центр тоже лечу. С дальним. Потом, если этот не заберем, потом заберем. Ну давай. Тут сталкер, ё-моё.
Он сейчас сталкер размажет. Ребят, забираю. Занял там. Так, Эд, повернись направо. Что там? Ну там пуршер. Бежит. Там уже бойня идет вовсю. Быстренько это сам самоликвидировал. Да потому что у воина прокачка там МК-10, наверное. Да пипец. Он обычный 12. Где этот олень? Беги. Блин, попал все-таки. Ладно, заметили меня. Да ты скотина, ё-моё, запарил меня. Два, один, сейчас ты, скотина, почувствуешь боль. Два булорка, это хреново для меня. Ну я на лумбасах. А не очкуйся, нормально. Кто Блумворк? Остальные яички? Собака спряталась, а? Справа от нас там какой-то серга. Фальконом шутки плохи, хаечки. Ну он такой не это, не прокачанный. Я ему за раз всю шапку снял. Какому? Шок первому? А, давай его добивай его. Два шок-трейна справа. Я через А пойду. Не добежал. О-о-о-о. А я и не услышал это. Два шока справа. Это у шоки взял. Ах, ты ж собака успел прыгнуть. Да, минус одну булорка. Ой. Минус два булорка. Урод. Тварь. Ничего себе. Кто там драгунами швыряется? Корнеид, что ли? Собака успел спать. Да давай лопайся уже. Лопнул. И растаял. Хорош мне по спине, а драгунца не лупить. Появляйся. На ч
мечом будем появляться. Я так ждал его. Сколько пришел из-за 20 тысяч? Что ты там? Столько прошел из-за 20 там 2 года. Налево. Предлагаю направо забрать 3 маяка. Я 2 маяка. Забрал. Ну давай я вниз пойду. У меня робот быстрый. А может сразу их не присоединю маяк? У них-то два шокермена. Вот, невидимка какая-то. У них два шокермена. Я его застанил мерить. Так, ладно, я пошел вниз, нижний захочу. Он захочу. На вас свелся, меня сливает. Ой-ё, у нас сейчас на Эль заберут, походу. Забрали. Дай пусть это забирает, у нас два маяка. Давайте их не респо выпрессовать, там два шокермена сопротивления никакого не окажут. Ага, вот и наводим. Да видел я тебя, Лин, ты тупой, блядь. Маяк забрать надо было. Снял, парни. Забирайте, я появлюсь. Нет, забрать не сможем. Я сваливаю. А кто слева у них тоже шокер? Слева ХЗ. Хач появился. Забираю мой. А, не заберу, опять мы тут пришли всей толпой. Толпой ходят. Молодцы. Подошел бы ты ко мне. Я бы тебя похилил. Так я же прессовал. Блин, спрятался собака. Блин, ну умри ты, я инквизитор. Втроем меня от мудохода. Я не с медиком справился. Ну нормально пацаны играют, я бы не сказал, что ложки. Да, бля. Неплохо так долбится, да? Даже не скажешь, что рандом. Так, им надо медика сливать. Даже медик у них свой есть. Все пучком. Так, меня Пурша атакует. Саня, а он не на связи. Эд. Заебать. А, все, он вышел. Говорю, заебаться. Жалко, мне пушку оторвало. Ладно, иду сливаться, пушку оторвало мне. Что там у тебя? Там скоржики. Так, там далеко. О, булка, ёпта. Там еще и драгунцы, блядь. Фальком появился. Еще одна фура. Ну что, фура, не слила, блядь. На нахуй, где-то. Эй, Фалькон. Надо сливать. Слишком много я себя возомнил, иди сюда. МКшные тараны чувствовал на себя? И арканы. Под бутератами. Че, все что ли? Да классные парни, молодцы, хорошо играют. Да вопросов нет, блядь, только все маяки уже наши. Наверное, может кто слился у них.
тараканов не хватает. Так, ты через лево, да? Ага. Я прямо, наверное, сразу второго, на ныч. Второго пурса на спарках вижу. Ну, этот полетел, блядь, как его. Равен. Мясо. Страйдер на драгоне. Так как ты меня застанила, собака-то? С одного тычка только раз, и все, я в стопе. Застанили. Ух ты, собаки. Это их много. А, сейчас вордсы поймаю. Давайте делаем хаос. Ох. Все, слил. Красавчик, бля. На, нахуй. Мясо. Где мясо, бля? Мясо. Фига там все стоят. Это, знаете, раньше была игра, море волнуется раз, да? И все замирают на месте. Со станным орудием та же самая игра получается. Кто там справа бегает? О, смотри, трое, блин. Блин, надо было на таранах не выходить. Не успеваю зарядиться. О, еще и такой, блин, робот вышел. Дело, ты промахнулся. Тут аркановая булка слева, ребят. Есть кто арканы? Да. Мардиган. Да? Ну иду. Урканы. Ай, тоже потратил. Застрял где-то я там. Спел собачку. Ох ты, йоу! Кто там вышел? Та твой друг. Сейчас постараюсь ему в шапку войти. Стой! О! Отлично! Если ты зайдешь, у него уже ничего не останется.